Детский смех, улыбки, радость и атмосфера добра. В каждом районе Самары прошел праздник, посвященный Дню знаний. Его гостями стали дети с ограниченными возможностями здоровья и их родители. Ученики начальной школы смогли не только пообщаться, но и получили вкусные подарки. А тем детям, кто не смог прийти, презенты обязательно передадут. Я считаю, для них это важно. Они выходят в свет, они делятся своими достижениями, успехами, своими, может, какими-то практиками, как вот, потому что у кого-то получается что-то, у кого-то не получается. Поэтому для них, мне кажется, это очень хорошо.